Милдред Дэвис, американская актриса эпохи немого кино. Милдред Хиллари Дэвис родилась 22 февраля 1901 года в Филадельфии, где выросла и получила образование в религиозном обществе друзей. Брат Милдред, Джек Дэвис, снимался в кино в детстве, позже стал врачом в Беверли-Хиллз. После окончания школы она отправилась в Лос-Анджелес в надежде получить роль в кино. После появления в нескольких небольших ролях Дэвис привлекла внимание продюсера и режиссера Хэла Роуча, который познакомил ее с Гарольдом Ллойдом. В 1919 году Ллойд искал замену Биби Дэниелс на главную ведущую роль в фильм «Вознагражденная добродетель». Первая реакция Ллойда, когда он увидел Дэвис, была: «Она выглядит как большая французская кукла». В итоге они вместе снялись в 16 фильмах. 10 февраля 1923 года Милдред Дэвис и Гарольд Ллойд поженились. После свадьбы Гарольд заявил, что Дэвис больше не будет сниматься. Но после уговоров со стороны Дэвис, она вернулась в кинематограф, чтобы сняться в фильме, продюсером которого был ее муж. У Милдред Дэвис и Гарольда Ллойда было трое детей. Милдред Глория Ллойд, Гарольд Клейтон Ллойд-младший, Марджери Элизабет Ллойд, которая была удочерена Милдред и Гарольдом в возрасте 5 лет. Супруги были очень близки на протяжении всей совместной жизни. Милдред также поддерживала крепкую дружбу с Мэрион Дэвис и Колин Мур. Милдред Дэвис скончалась 18 августа 1969 года от инфаркта миокарда после нескольких инсультов.